В воскресенье завершилось интернет-голосование за победителя фотоконкурса газеты «Слава труду. Моя мама», организованного в честь Дня матери. Из 67 очаровательных мам с огромным отрывом победу одержала Альмира Хубатуллина. За нее отдано более 4000 голосов. Эта победа для Альмиры Хубатуллиной стала прекрасным подарком от любимой дочери Эльвиры. Именно она предложила принять участие в конкурсе. Они вместе выбирали фотографию. На ней мама и дочь на районном Сабантуе. Спасибо большое всем организаторам этого конкурса. Очень было неожиданно. Инициатива участвовать в этом конкурсе была моей дочери. Мы вместе просто отобрали фотографию, она предложила поучаствовать. Я решила ее поддержать. Очень приятно было, что она к этой фотографии приложила именно стихотворение, очень красивое, которое я когда читала, расплакалась, честно говоря. Вот. Голосовали все, буквально все знакомые. Она подключила весь свой колледж, все ее друзья, очень много было голосов. Спасибо большое за поддержку ее друзей, однокурсников. Учится она у меня в Октябрьском колледже строительном на архитектора. Вот. Ну, в общем, люблю безумно своих детей. Спасибо. Честно говоря, не думала, что будет победа. Я не знаток таких конкурсов, не участвую в таких конкурсах обычно. Вот. Но очень рада, очень приятно. И спасибо всем организаторам еще раз.